Между тем, сегодня утром берчан встревожили раскопки на улице Первомайская. Берские коммунальщики объяснили нам, что происходит. В районе магазина «Сантима» на Первомайской утром отбойным молотом ломали асфальт, а затем к работе приступил экскаватор. Полоса движения, ведущая на выезд из города, была перекрыта. Работы вызвали беспокойство горожан. Некоторые связали раскопки с недавней аварией в районе улицы Ушакова. Заместитель директора МУП КБУ Александр Алексеенко поспешил заверить, что работы на Первомайской никак не связаны ни с аварией, ни с будущей реконструкцией канализационного коллектора. Это наши раскопки, но они не связаны с аварией, они связаны там с юридическими процессуальными действиями, как бы направленными. Мы вскрываем, просто делаем контрольные замеры, то, что дело строила подрядная организация. В КБУ пообещали закончить раскопки на Первомайской максимум в течение 3 часов. А вот асфальт в этом месте появится еще не скоро.